Fighting the rules. Сражаемся по правилам. Удачи обоим по правилам. Good luck to your corner. И мы видим начало первого раунда основного поединка данного вечера. Противостояние Украины и Франции. Супер тяжелый вес, да? Супер тяжелый вес. В принципе, на весах оба спортсмена весили где-то порядка 98 килограммов. То есть они, в принципе, и в весовой категории тоже одинаковые. Ну, Бубакар, он более такой сухой. А Юрий, он более в массе, да? На самом деле, они визуально даже практически плюс-минус похожи. То есть, я имею в виду по весовой категории. Я думаю, что там не больше, чем по 100 килограмм у каждого. Но в любом случае, все-таки Бубакар, он такой выглядит немножко более массивный. Случайный удар в пах. Продолжается поединок. Так. Юрий. Болеем за Юру. На самом деле мы, как организаторы, болеем за красивые, зрелищные красиво, поединки, да. Ну, простят меня французы, но у них уже есть одна победа на этом турнире. На самом деле все очень, очень серьезно, потому что оба спортсмена достаточно опытные. И я думаю, что на самом деле очень будет важно им проявить себя, именно показать все зрелище, то есть и всю технику, которую они умеют. Неплохо ушел сейчас Юрий от удара. Все-таки оба спортсмена пытаются, то есть как бы не пытаются проходить какие-то там борцовские техники, пытаются все-таки этот поединок провести в стойке, больше боксировать. Ну, в принципе, в этой весовой категории каждый удар это может быть последний да? В данном поединке, я имею в виду. Сумасшедшая поддержка Юрия. Ничего удивительного. Свой харьковский. Супер тяжелый вес. Сейчас еще раз попытался Юрий пробить левой рукой. Опять же говорю, что очень много и очень сильно зависит от функциональной подготовки. Вот сейчас Юрий пытается оттянуть таз назад. Уйти с захватом. Просто нежелательно ему попадать в партер. Потому что партер это не его епархия, скажем так. Хорошо удар коленом сейчас провел французский боец. Немножко вывел из равновесия своего оппонента, но все-таки Юрий стоит. И вышел все-таки Юрий из этой ситуации. Ой. Начинает поддавливать Юрий немножко французского бойца. Вот Юрий, очень хорошее попадание сейчас левой рукой было французского спортсмена. Сейчас главное, чтобы Юрий очень четко, тактически правильно провел этот поединок. Тогда он сможет выиграть этот бой. Еще один удар правой. Попытался Балдей сейчас нанести удар ногой. Перевел в партер украинского спортсмена. Остается 30 секунд до окончания поединка.
Первого раунда. Очень важно сейчас понимать, кто заберет концовку этого раунда. Потому что, в принципе, поединок шел достаточно как бы равно. То есть Юрий, в принципе, имел больше попаданий. Но зависит сейчас, кто заберет концов. Остается 10 секунд. Рассечение мы сейчас видим у украинского бойца. Ого. Я думаю, что сейчас врачи придут, посмотрят, какая там ситуация, можно ли остановить все-таки кровь. В принципе, если врач примет решение и снимут как бы спортсмена из... Хорошее сейчас было попадание, мы видим попадание французского бойца. Но я возвращаюсь к тому, что если все-таки... Врач может снять как бы бойца, то есть как бы за дееспособность или за какой-то определенной травмы, то что, допустим, сейчас рассечение и невозможно будет остановить кровь, то в принципе могут делать поражение все-таки украинскому бойцу техническим нокаутом, как бы остановкой врача. Ой-ой-ой. То, что мы и наблюдаем, сейчас доктор пытается остановить кровотечение. Бойцов есть возможность зато передохнуть чуть-чуть, да? Да, в принципе, в каждом поединке там бойцу определяется какое-то время для, ну, для находиться у врача, потому что все-таки, если врач сможет остановить данной ситуации кровь, то есть как бы боец может продолжать поединок. Ну, надеемся, конечно же, на то, что получится все-таки у врача остановить кровотечение у нашего бойца. Да, это очень неприятно, когда, допустим, у бойцов из-за рассечения, то есть как бы, в принципе, очень равный поединок был, и за рассечение, то есть как бы снимают бойца. Хорошо. И мы сейчас наблюдаем начало все-таки второго раунда. Я думаю, что тактически французский боец будет бить в ту же точку для того, чтобы... А все-таки те 3 секунды, которые не закончился раунд, то сейчас у них 1 минута отдыха еще, потому что 3 секунды не хватило до окончания первого раунда. Сейчас все-таки есть возможность бойцам передохнуть немножко. Угу. Снова доктор подошел к Юрию Горбенко. Хочет все-таки замазать, скорее всего, вазелином данное рассечение. Вот этим локтем, в принципе, я думаю, что и прошло это рассечение, когда был удар локтем, нанесенным французским спортсменом. Наблюдаем, что рефери остановил именно поединок из-за рассечения. Второй раунд. Видим мы сейчас начало второго раунда. Сразу бросился французский боец в борьбу. И очень серьезный перевод в партер.
Поэтому я и говорил, что, в принципе, очень важно навязать свой поединок. Портовский боец понял, что, в принципе, украинцу достаточно тяжело быть в партере. И он понимает, что сейчас, если он нанесет еще определенное количество ударов в то рассечение, то может быть остановка. Все, что, то, что и проводит на данный момент французский боец. Ну, будем надеяться, что он все-таки откроется чуть-чуть. Ну, посмотрим сейчас, сможет ли уйти из этой ситуации Юрий Горбенко. И мы видим все-таки, что опять рассечение начало сочиться. То есть мы смотрим, что все-таки кровь идет. Посмотрим, остановит ли рефери данный поединок. Все-таки техническим нокаутом выигрывает данный поединок французский боец Бакар Балде. Это рассечение дало очень, очень неблагоприятную, как бы, ситуацию, то есть, украинскому бойцу. Ну а в принципе сегодняшний вечер подходит к концу. Да, спасибо нашим телезрителям, что были с нами. С нами был вице-президент турнира. Честь воина. Ну и мы сейчас смотрим объявление, официальное объявление победителя данного супербоя. And the winner by TKO, Бубакар Балде! Все-таки Бубакар Балде стал чемпионом данного супербоя. Наш турнир подошел к концу. Да. С нами был в комментаторской кабинке любимый наш вице-президент чемпионата турнира «Честь воина». Игорь Ротару. Спасибо, Игорь. Очень приятно, до свидания. Да. А с вами был еще и ведущий Грант Варданян. До новых встреч в клетке. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо, что болели. Может быть, не все закончилось так, как хотелось, но эмоции зашкаливали. Мы ждем вас всех на следующем турнире 4 июня в Кишиневе. Будет желание, приезжайте. Еще раз благодарим всех организаторов и партнеров этого турнира. Лига World WFC, Украинская ассоциация боевых искусств «Ориентал». Наши официальные спонсоры – Курежский домостроительный комплекс, Безлюдовский мясокомбинат, строительная компания «Черногорский рай». Поприветствуем также наших партнеров ISP Security, Deluxe Promotion, торгово-развлекательный центр «Французский бульвар», радиостанция «Авторадио», «Панорама Лаунж», агентство «Кроссмедиа», компания «Интернет-билет», издательство «M-Style», «Городской дозор», сайт 78.com.ua, «ТТ-инфо», журнал «Шоколад». Спасибо, Харьков! И до новых встреч!